работают мои. Он меня видит, нет? Слышит? А, надо вот так, как-то надо. Как-то надо вот так. Привет, Игнатий, Ила. Добрый день. Добрый день. Добрый. Добрый. Я хотел узнать у вас. Хотел книги выписать, никак не перешлю. Сколько за пересылку надо денег? Так. Минутку, так вам посланы книги? Что-то нет ничего. Где это узнать? Вам книги посланы или нет? Нет, нет. 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 Мне не посылали книги. Я еще денег не пересылал. Ну а что ж вы сейчас так молчали? Понимаете, я уже через день уезжаю на 4 месяца. Ну могли маленько пораньше-то зайти. Да я только приехал с командировки. Ну вот, а я уезжаю в командировку. И что делать нам? Что же нам, как быть? Ну, вот сейчас кончим разговаривать. Вы под скайпом покажите, что вам надо. Три книги, три томника. Новый Завет, да? Да, 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 три томника там. Я понял. А где вы живете? В Краснодарском крае, город Лабинск. На Украине? Нет, край, Краснодарский край. Краснодарский край. Да. Вот сколько это будет стоить-то? Я даже сейчас не знаю, они все время там меняют цены. Ага. А где узнать это все? Ну, когда пошлю, когда оставлю. Вы адрес-то мне скиньте сегодня. Я тут тогда оставлю, кто у нас работает по почте-то. Они, может быть, отправят. Хорошо. А потом я вам данные сразу скину, куда деньги перевести. Так у меня есть данные, куда переводить. Вот. Ну, ладно тогда, ладно, если есть, так. Перепечатал. Вы заново все сделайте. Скиньте свои адреса, телефоны, все дайте. Хорошо, хорошо. После этого. А я вам тогда скину, сколько будет. Ну, пока сделайте, я не знаю, сколько это будет. Ну, на полторы накиньте, а там дальше видно будет. Я понял. Хорошо. Это трехтомник 3000 и еще 3000 полторы. 3000 и полторы, 4,5. Все, вот надо. А еще не так, я осенью приеду, когда осенью, 10 октября вернусь. Ага. Тогда я скажу, а вы сейчас это можете не посылать даже, тут и получать-то некому будет. Но если вы на карточку пошлете, то это ничего, или на книжку, мне на книжку даже лучше. А я не знаю, тут карточка написана, пластиковая карточка. Карточка, и кроме того, там сберкасса есть. Алтайский край, счет. А на какой счет мне пересылать? Там в конце 85 цифра. А, вижу 85. Вот да, так. Вот. Так для меня это будет выше. Вот это вот на 85, на вот эту. Да, да, на эту. Ага. А я вернусь, когда получать пенсию, то мне удобно будет получить. Понял, понял. Хорошо. Хорошо. Вы от Воронежа, это недалеко, рядом. Да, сейчас пришлю и что мы... И потом... Вам квитки это слать, а кто-то потом пришлет. Да, вы прошлете, деньги сразу вышите, а я должен зафиксировать их здесь. И завтра же я дам указание. Вы сделаете это сегодня. Все, все, я сейчас прям поеду. Да, а я дам указание, и утром, завтра вам уже тут работать начнут. Все. Мне нужен точный, абсолютно точный адрес. Все, все, с телефоном. Все. Перепишу телефон. Так, что у вас еще? Какие вопросы есть? Вопросы, вопросы. Ну, особо я не по вопросам, я по вот этому вопросу, чтобы книги перед это самое. Особо так вопросов нету, чтобы так что. Особо божественных вопросов не имею пока. А вы же недалеко от Воронежа? Не, ну, как, далековато. Далековато. Ну, вы познакомьтесь, там у нас в Воронеже, вот со мной переписывается, Сергей парализован, он так и подписывается. Не, вы мне обещали с Краснодара с кем-то познакомить. А с Краснодара? Ну, да. Пожалуйста, я вам скину тогда там телефон или что. Я на днях в Краснодар поеду. Так а вы зайдите ко мне на мой мир, и там найдете Марьясов Александр. Марьясов? Да. Марьясов, дай Марьясов. Марьясов Александр. Ага, понял. Он там в каком-то районе живет, Краснодара. Ну, то найду.
Вот, очень хороший человек. Он возглавлял в прошлом году у нас группа миссионерская была на север. Он во главе ее был. Понятно. Мы же у вас там проезжали в Краснодаре. Да вот же, пили, слышал там что-то, да, что-то было. Где вас только не было. А я уезжаю это с детским лагерем. Я начальник детского лагеря. А куда? У вас не в Барнауле детский лагерь? Я в Барнауле сейчас нахожусь, а уезжаю, где строится деревня Потеряевка. Там лагерь детский рядом. А то сынок просился, ты меня там устрой в лагерь. Я говорю, как тебя устрою? Я ж там. Ну вот вы бы были рядом-то здесь, тогда бы было проще говорить. Ну, понятно, понятно. У нас он приезжает в лагерь издалека, нынче вот приезжает из Канады даже. Ох ты, ну Канада это понятно. Ну... А как вам лагерь вообще можно устроиться? Как? Ну, с ребенком. Что надо? Детский лагерь-то. Вот, ну, лучше всего, когда что, есть разрешение? Группа какая-то, с группой приезжает. Раньше у нас приезжали с Одессы, оттуда, из Германии. Ага. Ну а с Краснодара не берете никого? А как? Ну не знаю как. Сынок ну, просится. Как? Просят, ну как? Если ребенку меньше 7 лет, он должен с кем-то быть из старших. Нет, ему 15. Ну так вот был бы рядом, а как он прилетит? Это же пересадки разные. Это можно вообще потерять ребенка. Да. Нет, одному никак нельзя, это пересадки. Вот сейчас так делают, вот завтра у нас встречает одного из Москвы, ребенок, его там садит отец, ему там записки кладут, адреса, он платит за него, те, видимо, билеты, за то, чтобы сопровождали там стюардесса. А тут она в аэропорту прямо из рук в руки передает. А, вон. Да, как посылку какую. Ясно, ясно. Хорошо. Хорошо, ну... Вопросов нет у меня. Ну все, тогда давайте расставаться. Что-то мне бы книжки получили. Замкнуло. И читать. Если что, будет вопрос, позвоню. Ну тогда уже хорошо. До осени. Там, где я буду, там плохо интернет работает. Это в степи, считай. И там через модемы. Тут у меня хоть через телефон, а у которых там где-то через кабельный, так там работает нормально. Отлично просто работает. Обеспечение хорошее. Хорошо. Ну все, тогда с Богом. С Богом, с Богом. Все.